На пол стелим пергамин. Укладываем лаги. Брус сечением 50 на 50 миллиметров. В качестве утеплителя используем пеноплекс. Сверху кладем пенофол. Далее рейку сечением 25 на 50 миллиметров. На рейку крепим фанеру. Пеноплекс на стены закрепляем с помощью специальных дюбелей-зонтиков. Сверху пенофол и рейку. Те же операции выполняем на потолке. Набиваем вагонку. Ставим подоконник. Thank you.